Низкий, неудобный и захудалый был родник на окраине Атюрева. Обустроить его, сделать хорошее дело для односельчан, первой захотела пенсионерка, староста местной церкви Ольга Данина. Ее поддержали. Что получилось из-за инициативы, бабушка уже не увидела. Ушла из жизни раньше. Зато теперь все село приходит за водой к источнику. Весь народ строил. Все как бы помогали в этом деле. Кто-то финансами, кто-то делом, а кто-то просто словом. Просто радовались, что на самом деле у нас в районе такой вот родник. Пенсионеры вносили, что называется, по копейке. Предприятия привозили материалы и присылали рабочих. Администрация построила дорогу к источнику. Муниципальная власть помогала жителям с техникой, давала, значит, сюда экскаваторы, тяжелую технику совместно с руководителями предприятий. Начинали обустраивать родник еще в прошлом году. Тогда никто не мог предвидеть засуху этого лета, а получилось, что осветили его как раз вовремя. Родник находится в 200 метрах от крайних домов села. Это очень удобно, любой желающий может прийти к нему. Место для всех и каждого, которое быстро полюбили атюревцы. Брали пробы воды. Оказалось, что качество высокое, но для местных жителей есть в ней нечто большее, чем то, что выдают результаты лабораторных анализов. От всяких болезней. Много исцелялись. Всякие болезни. У кого чего болит. От главных болей. Воды в источнике много, хватает на всех. Люди набирают ведрами, флягами, канистрами. Сельчане уверены, что так и будет. Сделали ведь сами, сделали для себя, значит, сделали надолго. Николай Кучкенов, Сергей Надин, Вести, Мордовия, Атюревский район.